Вот и хорошо. Вот и ладно. Нынче еще гости будут. А вы что, ждете кого? Слышишь? Деревья гудят. Бурю чуют. Погода меняется. Дело к метели. Путникам приют понадобится, а мой дом, считай, на перепутье. 20 лет назад купил этот майонтик. Сколько с тех пор народу здесь перебывало, не сосчитать. Да, 20 лет на одном месте. А до того, где меня только не носило, всю Польшу, Литву, Беларусь обошел, ни одной вёски не миновал, ни одного хутора. Беспокойно жил. На месте не мог усидеть, все гнало, несло меня куда. Характер у вас, дядька, такой. Или судьба. Да, долгая история. Сразу всего не расскажешь. Как там, гнедой? Успокоился. Все ладно, все хорошо. Повадился жеребцу лошадник. Всю гриву в косички заплел. Вот конь и нервничает. Какой лошадник? Темный ты человек. Ну, про домовика ты хоть слыхал? Ну, в байках. В байках. На медни с ним разговаривал. На медни. Что? Хата без кутовика. Пустая хата. Пустая. И как вы там живете? Слышишь? Эк, и разгулялись и расплясались огненные духи. А? А это вы про огонь? Да, дядька? Думаешь, огненных духов нет? Эх, Янка, Янка, многому тебя научили. Учение без души – ничто. А душу обретешь. Только здесь, на своей земле. Евхим, о. Похоже, нынче гости будут. Видать так, пан Завальня. Кажись, ночью буря будет. Больно деревья гудят. Вели людям, чтоб приготовились. Корм лошадям, скотине. Чтоб закрепили, проверили все. Собаки, пан. Дрова, воду заготовили. Я ведь, Янка, рано лишился родителей. Братьев и сестер у меня никогда не было. А когда я был шкалером, подружился с одним отроком. Полюбил его как брата. Он тоже привязался ко мне. Мы готовы были отдать друг за друга жизнь. Думали всегда быть вместе. Но судьба распорядилась по-другому. Он что, умер? Хуже. Ведь мы же оба учились у пана Твардовского. Твардовского? Который учил в Полоцке? У него. Я слышал, он владел черной книгой. Да, владел.
Да. Это он разлучил нас. Он. Я долго искал своего друга. Обошел все города, вёски, хутора, местечки. Все напрасно. Гугон исчез. Испарился. Пропал. Да. Или избегал меня. Какое странное имя. Гугон. Так его назвал пан Твардовский. Теперь и в народе его кличут Гугоном. Я устал мотаться по свету, поселился здесь, где сходятся многие дороги. У меня бывает много гостей. Я знаю, что вытворяет Гугон, что его мучает. Я жду Янка, когда он придет в мой дом. И он придет, я это знаю. И он знает. А вы думаете, покаяться? А я слышал, что с ним везде идет зло. Смертный грех. Ой. День добрый, пано. Капан знал, что у нас деется. Ой-ой-ой-ой-ой, який жах, ужас. Люци, вы моя милая. Да? Что за байку ты в этот раз рассказала пани Мальгретти? Ой, какие новости, какие новости. Страсти. У одного богатого человека народился сын. И тут же часа не прошло. Стал требовать, дайте есть. Все переполошились. Отрезали пол хлеба. Он съел и выскочил за дверь. А там стояла катка с водой. Он раз туда и нырнул. Все бросились к бочке. Вытащили рыбину. Так что тебе надо, Евгения? Вот если бы пан одолжил сколько-то жита. Ты мне больше старых баек не таскай, а жит я тебе и так дам. Распорядись, Мальгретта. Угу. Ой. Добрее пана Завальни во всей округе нет. Дай вам Бог здоровья. Пани Мальгретта, пан Завальня, белая сорока прилетала, села на крышу, посидела, посидела, посидела. Ты рада, что-то крикнула и улетела. Бойтесь огня, ждите Гугона. Это знак. Янка. Ты не слышал сорочьего крика? Когда? Когда женщины уходили. Да нет, ничего не слышал. Да. Странно. Неужто почудилось? А вы правы, дядька. Метель начинается. Евхим! Вели зажечь фонари на воротах и на вышке. Позови Мальгретту. Так вот, из всех нас шкалеров пан Твардовский особо выделял моего друга. Брата.
Ты любишь своего друга, правда? Да, учитель. Ты хочешь, чтобы он жил? Да. А хочешь все познать? Да, учитель. И не боишься? Не знаю. Кто должен? Ничего не бояться. Смотри в воду. Видишь, это же трава. Смотри. Не каждый видит и знает о ней. Перед ней теряет силу даже огонь. Даже огонь. Глаз человеческий не видит и не знает о своем будущем. Нарвешь, завари крутой завар и дай своему другу. Показал мне Жабер траву. Наш учитель открыл мне ее тайну. Обещаю, что навсегда останешься моим другом. Я всегда буду. Поглянись. Никогда не забудешь обо мне. Что с тобой? Учитель обещал открыть мне тайну мира.
зачем звал? Простите, я не звал. Тебя привел сюда пан Твардовский? Нет, я сам. Вот уж кого не люблю, это любопытных. Умри! Это был лучший ученик. Я очень надеялся на него. Поздно. Его душа улетела. Меня могут судить за убийство. Поселишься в его тело вместо души и будешь в нем, пока не придет его время умирать. Он был от природы умный. Оживи его ум и руководи им. Оживу ли? Это интересно. Это даже любопытно. Будешь знать все, что я. Божечка, нам знать, с кем нам бегать, да, шоковать. Время нас изменило. Не страшно ли вам такую ночь гадать? Дядька, а разве в эту пору гадают? Колядки. Скоро крещение. А в наших краях принято провожать колядки гаданием. Гадают, кому счастье замуж. Поросяна, не Марусина. Признаюсь, пан Лукашевич, я вас тоже не сразу узнал. С дома едет, до другой телки ходит.
Это мой фараон, пан Лукашевич. Да. Да, пан Завальня? Похож? Похож. Я и назвал его фараоном. Я всегда помнил пана Завальню, который спас мне жизнь, но потерял коня. Да? Это он? Он? Хотя и трудно поверить. Ведь я обещал вернуть тебе коня. На свете чудеса случаются. Я долго искал тебя. Тихо. Через полчаса еще гости будут. Похоже, раньше. Не, там дорога петлю делает. К столу! Заходите, заходите, гости дорогие. Вечер добрый, пане. Устраивайтесь. Добрый вечер. Чувствуйте себя как дома. Дякую. Проходите. Счастья вам. Здоровья. Небось, проголодались, замерзли. Прошу к столу. Зимой, как только лед на озере станет, жду гостей. А сегодня слышу лес. Шумит. Стало быть, гости будут. Летом гости редко бывают. А я люблю слушать истории, легенды, сказки. Знакомьтесь. Пани Мальгретта, а я экономка. Сестра моей покойной жены. Янка, мой племянник, приехал погостить. Прошу! Переселяются в птиц, летают над нами. Выпьем за тех, кто рядом с нами, и за тех, кто в пути. Не приведи Бог, если это белая сорока. Стоит ей появиться, жди беды. Мы с вами не встречались прежде? Может, и встречались. Зовут меня Януш. Я торговый человек. Сейчас еду на кермаш. На кермашах и я бываю. А в Полоцке учиться не приходилось? Ну, кое-какую грамоту я сам постигал. Простите, я вас перебил. Да. Вы нам что-то хотели рассказать про белую сороку.
Так вот о белой сороке. Слышали ли вы, панове, про озеро Язно? Так вот, все земли там принадлежали когда-то некоему пану Сумохе. Богатым на Янке жил. Много подданных имел. Только нрава тот пан был шального. И очень до денег жадный. Не ждал. Ты кто? Кто? Гугон я. Сядь, успокойся. Забар! Тебя никто не услышит. А собака твоя крепко спит. Да. Странно, что ты у меня появился. Посланник белой сороки я. Я хорошо знаю твои тайные страсти. Тех, кого она посещает, живут в богатстве и славе. Теперь она хочет навестить тебя. Странно. Белая сорока? Завтра, в это же время, она прилетит к тебе. Но только чтобы никого не было из слуг. И будь вежливым. Вы от Гугона. Нравлюсь? Пани, я могу только молчать. Тогда приглашай к столу. Прошу. Когда я к вам летела, видела места у вас красивые. Какие леса, озера. Думаю, людям здесь жить хорошо. Да. Бог одарил эту землю всем, что нужно человеку. Я всегда мечтала узнать этот край. Надеюсь, я найду здесь верных друзей. Многие сочтут за честь. А ты? Сколько осталось жить? Ты азартный человек. Поиграем? А в играх мне не везет. Это просто. Гадал когда-нибудь? Приходилось. Прошу к столу. Золото мое, владение твои. Возьми лилию. Сожги ее на свече, если хочешь. Горит в деревне Щукичи. Со всеми ее жителями 80 душ. Что? Я же сказала, игра. Хотя решай сам. Хочешь золото? Бери. Но Щукичи мои. Да я за это золото 3 деревни куплю. Сгорели. Бери еще лилию. Теперь сомни. Сомни ее. Рушатся хаты в деревне Слуки. С неба сыпется песок. Гибнут люди, коровы, лошади. Не забывай, играем. Ничего не осталось в деревне Слуки. Погибло все живое и люди. Остался песок и мальчик. Да я за это золото.
5 деревень куплю. Возьми лилию третью. Остался в живых один мальчик. Один мальчик. Возьми лилию. Отпустишь руку, мальчик жив будет. Отпустишь, живой будет. Не отпустил. Золото любишь. Сорока. Вот оно твое золото. Кто-нибудь из вас слышал о Гугоне? Знаю, это его проделки. Белая сорока на такое не способна. На такое способен только изощренный человеческий ум. Да. Места на белом свете хватает. И чистой, и нечистой силы. Горе людям, если эта нечистая сила попадает в руки злой воли и разума. Можно сойти с ума. Этот человек у камина меня пугает. У камина? Домовушка ты мой. Ты мне. Что так? Пахнет от тебя вино, табаку. У всех домовые как домовые, а у меня... Старею должно быть. Ну, поворчи, поворчи. Сейчас. Вот тебе пряник. Ой, спасибо тебе, ой, спасибо. Вкусно? Конечно, сладкий. Ну, что с тобой? Ты ведь знаешь, кого я жду? А я про тебя все знаю. Он в нашем доме? Кто его знает? Сегодня у нас много разных людей. Я жду его и боюсь. Ой, давно бы я ушел от тебя в другой дом. Да пропадешь ты без меня! Ой, пропаду! Пропадешь. Пропаду, домовушка ты мой! А белая сорока? Она что? Гугону служит? Служила. Меня судьба тоже сводила с белой сорокой. Зовут меня Северин. А служил я тогда в войске у одного богатого пана. Замок этого князя стоит на берегу реки Оболи. Может, знаете те места?
Знаю. И князя знал. Однажды по приказу князя меня насильно опустили под землю. За золотом. Матка Боска тебе, судья. О, люди, сколько же вас жадности. Не принесет это золото счастья. Кровь на нем чужая. Не по своей воле я. Великий князь меня послал. Не по своей воле, говоришь? Верю. Думаешь, я по своей воле здесь? Если бы я знала, как это случилось. Слышите? Гугон, муженек наш, заточил в подземелье стеречь это золото. Это же жизнь. Золото. Золото. Мы же все золото любим. А ты молчи. Ты же сама поклялась. Знаю, помню. Грех на мне был. Есть у Гугона страсть в живое тело мертвую душу вселять. Душно мне. Страшно. Все. Сказала. Теперь свободно. Свободно. Свободно.
видел? Ты видел за окном? Успокойся. Сорока предупреждает людей о несчастье. О близости Гугона. Делится метет. Добрый день, паной. Добавил вам хату. Вам рыбу привез гоститься. От ручки. Вот я. По дороге встретил ряженый. А что? Что им там? Что им там? Метель, мороз угостили. Вот, веселец песни поют. А я вот, пано. Дольнее. Панять. Выпей, Родька. Вам панять. Родька я. С виду вроде человек, а внутри сам дьявол. Да все скажут, Родька славный рыбак. Ну а что, всех рыбой угощаю. Люди говорят, человек я простой, добрый. Ну. В церковь-то хожу, все здоровается. Только однажды вселилась в меня нечистая сила. Заплакал Иванико,
Все веселятся, а ты, смотрю, один. Любили мы друг друга. Алена же мне клялась. Что ж случилось? Парень родителей запугал, те настояли. Испугалась. Выходит, не любила она тебя. А что вы понимаете, пан? Значит, ты. Ты ее мало любил. Пан, мне нет жизни без нее. Видать, утоплюсь. А никто не заметит, что тебя нет. А ты и знать не будешь. Будут петь, танцевать. Жених невесту в Горинку поведет. Знаю, знаю, ты хочешь быть с Аленой. Хочешь, любишь. Хочу. Панда, я за нее, Богу. Черту душу заложу. Любишь. Иди к озеру в полночь. В полночь услышишь вой волка. Он будет вести тебя. В воде увидишь, будет светиться шабер трава. Возьми ее, сделай настой и выпей. Выпей сам и дай Алене. Иди. Иди! Садил, помню. Сам погнался за коровами. Ну, я злой, что мне вскипело, я помню, схватил девочку-то. Унес в лес. Сам убежал. Потом злость во мне пропала, ушла. Я назад. Девочки-то нет.
Он мне. Но что-то есть от оборотня. Я видела, как ты из волка превратился в человека. Не люблю волков. Ее еще совсем маленькой девочкой волк унес из дому и бросил в лесу. Не терплю бесов. Ганна. Ганна. А маму твою звали Аленой. Росли мы с ней рядом. Ты могла бы быть моей дочерью. Я ведь любил твою маму. Сватался к ней. Любил. Что ж не женился? Люблю. Посмотри, сколько нас здесь. А если бы нас не приютила Аксинья? Ганна, я все понимаю. Все. Если можешь, прости. Не будет мне в жизни утешения. Если можешь, прости. Прости его. Я тебя прощаю. Спокойно, счастливо. Добрая хозяйка в доме Ганна. Сам я человек работящий, рыбу ловлю, продаю. Спасибо, Господи, за твои милости. Осталась она для меня одна. Она простила меня. И я ее люблю. Все-таки мы остались людьми. Я к тому, что зла у нас нет. А земля у нас панзовальня. Одна.
Простите, добрые люди. В моем доме никто никого не неволит. Если вы сели у камина, значит, вам холодно. Только я удивляюсь, почему вы не едите и не пьете вина. Вы хотите узнать, кто я? Ну, если вас это не затруднит. Меня зовут Михась. Этого недостаточно? Выпейте вина. Спасибо, но я давно не пью вина и почти не ем. Отчего ж так? Не надо. Не надо вам знать того, что знаю я. Присядьте к столу. Налейте вина, закусите. Чувствуйте себя как дома. Вы едите. Пьете. Я завидую вам. Вы думаете, как продать товар? Как приумножить богатство? Как жить дальше? Всех этих земных надежд я лишен. Знаете ли вы пана Марговского? Это мой друг. А я его сын. Не может быть. Твой отец всегда верил, что ты жив, что судьба временно вас разлучила. Все так, пан, жив. Вот обрадуется-то пан Марговский. Нет, нет. Нет, я не вернусь в дом. И не потому, что я не жалею отца и мать, я не могу. После всего того, что я узнал, после того, что я видел, нет. Нет. Я был невозможным мечтателем в юные годы. Какие только мечты не посещали мою горячую голову. И какое счастье, какую радость они приносили мне. Мечтаешь? Что вам за дело до меня? Почему вы думаете, что я мечтаю? Ну, это очень просто. В твои годы я мечтал. Я думал, что я буду самым счастливым человеком на свете. Я сделаю столько добра людям, что они будут меня почитать, уважать. Правда. И беречь. И я однажды и самая красивая девушка на свете полюбит меня. Но это будет так не скоро. А хочется, хочется хоть краешком глаза взглянуть, заглянуть в будущее. Да. А это возможно? Да. Да, только надо ничего не бояться. И очень хотеть. Сможешь? Если это правда, смогу. Смогу. Тогда надо прикоснуться к Жабертове. Вон она, вон. Вон, видишь, на дне.
не всякий может увидеть ее глаз человеческий, ее не видит. Огонь теряет силу перед ней. Возьми ее. Она поможет тебе пройти по дну озера, на тот берег, и там. Там, на том берегу, ты увидишь все. И желанное будущее. Иди! Значит, от нас ничего не останется. Зачем же мы тогда жили? Нет, нет, нет. Не может быть. Не может быть. Не верю. Нет. Обжимай, Ганна. Мои дети. Нет. Не хочу. Не хочу думать, что все люди вымрут. Неужто одни бесы останутся? Нет. Не верю. Не верю. Я не верю, пан Звольня. Не верю в бесов. Не верю я, пан Звольня.
Ждем вашего слова. Пан Завальня. Неужто нечистая сила одолеет Божий мир? Братик, пан Завальня, ну что ж ты молчишь? Люди ждут. Вот Михась заглянул в будущее. Он увидел его таким, каким хочет сделать его Гугон. Ну что ж, я вам скажу. Не все зависит от нечистой силы. Многое зависит от нас самих. Когда люди творят друг другу зло, убивают, обманывают, грабят. Когда родители забывают о детях, а дети о родителях. Когда правители не думают о своем народе, а только о себе. А народ ненавидит своих правителей. Когда на человека смотрят, как на зверя. И мы забываем, что все мы люди. Вот тогда хорошо живется бесам. Наша злоба – это чернозем для нечистой силы. Чем хуже мы, тем лучше бесам. Чем меньше в нас Бога, тем больше дьявола. Прости нас, Господи. Прости. 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 Господи, прости. Нашей козочке потанцевать. Ну-ка, козочка, танцуй по нам. Коза, не ходит коза, чистое поле, в чистому поле жито, жито расте. Чем встревожишь? Что случилось? Нечистая сила в доме. Берегись. Учителя нашего
Ходовского. Помнишь? Пришел. Евхим! Янка! Помогите! Помоги мне. Пусть у меня будет могила. Пусть у меня будет крест. Как у всех людей. Ты не ждал меня? Ждал. Очень, очень ждал. Спасибо тебе, что пришла. Я знала, как тебе трудно. Прости, что рано ушла. Спасибо тебе. Ты любил меня. Да, любил. Я тебя. Ты не должен умирать. Ты был добрым. Оставайся добрым. Как ты поступишь с Гугоном? Я не могу его бросить. Похороню его по-человечески. Я тебя буду ждать. Его не отпоют. Какой священник осмелится на это? Господи, прости его. Разум его помутился. А сердце жило. Сердце и привело его ко мне. Злой дух поселился в теле моего друга.
Грешен перед Богом тот, кто заменяет наши души. Он не виноват перед Богом. Поставьте, люди, над ним крест. Пусть он смотрит в небо, и душа его успокоится. Плачка, ты слышишь его? Плачка, ты нас слышишь? Вот так причастился.